Парк Ореховая роща – это любимое место отдыха анапчан и гостей курорта. Многие, прибывшие на отдых в Анапу, с удовольствием проводят свое время среди спокойствия и тишины. Для этого в парке делается немало. Ведутся работы по озеленению, очищают тротуарную плитку, розы от сухих соцветий. Ежедневно происходят работы по санитарной очистке парка. Вывозится большое количество мусора. Чтобы людям было отдыхать еще комфортнее, в Ореховой роще установили новые лавочки. Сегодня устанавливается 20 лавочек дополнительно и 20 урн. Для того, чтобы в этой красивой парковой зоне люди могли прекрасно отдыхать и прекрасно получить то шикарное красивое настроение, чтобы увезти с тобой непосредственно туда, откуда они приехали. Другие парковые зоны города тоже приводят в порядок. 20 дополнительных скамеек установили на аллее роз, чтобы анапчане и гости курорта могли не только прогуливаться по зеленой аллее, но и отдохнуть в тени деревьев. Для родителей и детей в детском парке тоже установили скамейки. После нескольких рейдов парк практически освободили от несанкционированной торговли. Парки и зеленые зоны Анапы теперь для отдыха жителей курорта и гостей. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.